Организовать и распределить автобусы по маршрутам, а если нужно, и самому выехать на линию. Обязанностей у Олега Ефимова хватает. А вот время на болезнь в дефиците. Оттого и готовится к сезону простуд начальник колонны ПТП-1 начал заранее. Не дожидаясь пика распространения гриппа, поставил прививку. На вопрос, для чего нужно проходить вакцинацию, отвечает кратко. Сегодня. Обезопасить себя. Прежде всего, я как бы не сторонник ходить на больничные, а хочу работать. Приносить пользу людям. Процедуру организовали на рабочем месте. Мобильная бригада медиков привезла все необходимое с собой. Градусник, тонометр для измерения давления и бланк для заполнения данных. В него вносят сведения о перенесенных и хронических заболеваниях, медикаменты, на которые есть аллергия. Опираясь на эту информацию, специалист подбирает препарат для вакцинации. Прививаем мы сейчас прививками Сови, Грипп и Ультрикс квадри. Соответственно, это две самые актуальные на данный момент прививки. Сови, Грипп для всех граждан мы рекомендуем, а Ультрикс для граждан с хроническими заболеваемостями. Это, соответственно, группы риска. Больничный для сотрудников ПТП-1 приравнивается к срыву графика, а это жалобы со стороны населения перебоя в работе общественного транспорта. Если же перевозчик на свой страх и риск не оформляет вынужденный отпуск, выходит на маршрут с жалобами на самочувствие, то рискует не только своим здоровьем, но и здоровьем пассажиров. В день через подвижной состав проходит до 300 человек, а потому своевременная вакцинация – оптимальный способ обезопасить себя и окружающих. Стараемся за этим очень следить, поскольку любой срыв – это жалобы жителей, они должны ежедневно попадать вовремя на работу и так далее, на учебу, поэтому мы к этому относимся максимально серьезно. Вакцинировать сотрудников на предприятии начали еще в сентябре. Как отметило руководство, в планах до конца этого месяца привить 97% водителей, что в дальнейшем поможет выработать коллективный иммунитет и сократить риск вспышки гриппа внутри штата. Александра Никитина и Герман Баранов, Управда ТВ.